Итак, первая ночевка в Италии. Недалеко отъехал, недалеко от Милана, от аэропорта, город Сома. Ну и так просто случайно так взял отельчик. Недорого, скажем. Такой простой номер. Кондиционер не работает, как я бы не пытался, там все кнопки пережимал. Сейчас еще времени, в принципе, достаточно. Ну, просто все-таки усталость, что ночью практически я не поспал. Поэтому сейчас надо будет отоспаться и переложить все вещи. Вот притащил сумки. Сейчас разложу. Почему-то места стало не хватать. Тут очень такие ставни закрываются вот так плотно. Это вот выход. Вот такой вот вид с окна. Я чуть приоткрою такой номер. Ну, маленький-маленький. Маленькая душевая. Ну, ничего, отоспаться довольно-таки тихо. Ничего такого особенного нет.